Всем привет, ребята, всех снова приветствую на моем канале Nicky J Trucking. И сегодня мы уезжаем в рейс. У нас приехали мы к траку. Сейчас посмотрим, что за проблемы у нас. Короче, я уже вижу одну проблему. Сейчас я вам покажу ее. Спасибо, что меня смотрите, что подписываетесь, что оставляете комментарии. Всем спасибо. Ну, а мы сейчас проверим трака. И у нас первая проблемка — это кто-то хотел спереть дворник. Ох, а мой дач вау, засыпанный елками. Ничего себе, елок сколько. Так, ну что, ладно, проверяем трака. Так, ну вроде бы такой порядок держали. Руль, правда, вообще опустили, так что ай-яй-яй. Холодильник, как всегда, закрытый. Он же завоняется. Так, ладно, ребятки. Вон, дворник. Чё он так стоит? Ну что, перегружаемся. И потом я выйду опять снова в эфир. Мой трейлер еще не готов. Готов будет он где-то через полтора часа, так что у меня есть время перегрузиться и спокойненько поехать в рейс. Так, ну что? А у нас тосола не хватает. Сейчас все проверим в траке. Потом уже будем заводить его. Так, здесь все закручено, затянуто. Ох, так. Ай, сколько этих елок здесь, сосен навалилось, веточек. Сейчас мы все проверим, все ли в порядке. Мой трак стоял, считай, я полторы недели не работал. И мой трак использовали вот так вот. Так что сейчас надо все проверить и потом уже заводить его. Маска тоже надо добавить сейчас. Тосол добавить. Колеса новенькие. Всего лишь проехали 3000, то есть 4. Ну что, все, ребятки, загрузили меня, сейчас едем цепляться. Проехали, пока меня не было, на моем траке проехали 870 миль. Надо сейчас спить по нулям, все. Едем, цепляемся, ребятки, и сейчас мы вперед с песней по жизни. Ездил на Вене эти полторы недели, то привык к нему, и переключение, и джинбрейк стал переключать как на этом, как на Мерсе. Ладно, все, отчаливаем. Едем цепляться и вперед. В этот раз, может быть, ребятки, даже и получится, что в этот раз не получится, может, будет у меня студент опять. Не знаю, захочет он сниматься, не захочет, но в этот раз, наверное, я буду опять обучать человечка. Все.
ничего, сейчас цепляемся вперед. Трак стоял грязный, запыленный весь. Патрины молодец, а с первого лета, с первого заезда заехал, молодец. Натренировался уже, это наш локальный драйвер. Сейчас будем заезжать. Так, ну что, посмотрим, что там у нас загрузили. Так, проверим, на какой у нас. Там раз, два, три, четыре, на пятой. Все хорошо. Колесики новенькие, но трейлер это относительно новый. Вот так вот на меня загрузили. Здесь миксованные грузы. Здесь не как бы миксовали грузы. Здесь нету цельных грузов, это все паршалы. Ну, сейчас их повезем, эти паршалы. Так, все в порядке, все прекрасно. Сейчас посмотрим колеса с этой стороны. И пойдем возьмем бумажки, документики и вперед. Едем мы на СЛ, на весы. Там взвесимся, если все прекрасно. И поедем, ребятки, далеко-далеко. Аж в самую Охайю. Так, ну что, ждем. Ждем, ждем, ждем. Сейчас как высветится. Вот так вот, 12 800 32 340 33 280, общий вес 78 420. Отлично, все классно по весам. Сейчас берем мы так называемый scale ticket и вперед поедем. Дырку слайдануть, еще поставить на шестую, тогда вес будет равномерный, но по Калифорнии уже не будет проходить. Так что едем пока так, а там посмотрим, может и слайданем еще где-то в Аризоне. Все, сейчас останавливаемся здесь, набираем кофейку и все, и делаем мы сейчас pre-trip inspection и вперед. Поедем. Друг поехал. Мы работали в прошлой компании с ним. Давно я его не видел. Лет, наверное, 8. Какой 8? Лет 10 не видел. Сейчас встретились, поговорили. Так он работает в той компании, в которой я предыдущий работал. То есть он не в той компании, как бы, у тех людей, только они уже там разделились, и компании работал. Вот так вот. Новостей много узнал. Ну а сейчас сделаем мы притрип и вперед. Едем. И трак идет. Он что, спит там что ли? Два раза этот самый дивайдер уже цапанул. И едет. Смотрите, опять поехал в сторону. Надо его обогнать, ну его. С такими не хочу встречаться. Смотрите, смотрите, что делает. Или пьяный, или что он. Что на бочину хватает?
Ну, а мы еще по Калифорнии, уже, правда, стемнело. И у нас уже, сколько, 102 миля по Калифорнии, 40-й фривей. Скоро Калифорния заканчивается. Всем, друзья, приятное доброго утра. Я нахожусь в город Флагстафф, штат Аризона. Вчера до сюда только и доехал. Сейчас сделаю pre-trip inspection. Проехал я вчера 435 миль всего лишь. И лег отдыхать. Вот. Вчера приехал. То есть уже не вчера, уже сегодня приехал ночью. Когда уже все спали. Запарковался я вот там, потому что мест не было. Погодка такая классная была. На улице 67 градусов по Фаренгейту. Вообще, заглушил трака. Так классно спалось. Потом утром уже сюда переехал. Уже на улице у нас 75 градусов по Фаренгейту. Уже начинает теплеть. Так что сейчас мы оформляемся, ребятки, и дальше поедем по дорожке, по сороковке. Но вчера ехал, я говорю, сороковка уже все хуже и хуже разбитая. Я не знаю, как дальше, будут они ее ремонтировать или нет. Но ночью я ехал просто, было очень-очень плохо. Ох, как ты тарабанишь. Классика. Так, ну что, с Богом, ребят, отчаливаем, поднимаем якоря и вперед, поднимаем, то есть, как это, поднимаем якоря и поднимаем паруса, и поедем по просторам Аризоны, потом по просторам Мексики. Вот так вот. Теперь оттуда. Всегда отсюда выезжать так тяжело. Едут машины, едут. Откуда они столько много едут? Ну что, ребятки, я уже в Миссури нахожусь. И вот сейчас проехал вон машины, которые возят кархолеру. И у него вот на прицепах стоят такие головастики. Я думал, что издалека, думал, это сперва мерседесы, спринтера. Но мимо проезжая, я так и не понял, что это за машина. Если честно, вот сейчас, куда он поедет, я хочу рядом с ним стать и посмотреть, что это за машина интересная. Она удлиненная база, головастик, вот такой бы бакстрак. Сейчас мы посмотрим. Вот сейчас я встану рядышком и посмотрим, что это за машина такая интересная. Удлиненная база у нее. Странно. Может, какая-то китайская. Вот смотрите, какая машина. Так, это у нас электрическая машина. Электрическая. А что это за марка, интересно? Может, кто знает, напишите в комментариях. Сейчас я, может, у водителя спрошу. Интересная удлиненная база, вообще классно. Смотрите, вот это вот двигатель только и все. А остальное все это батареи идут.
Интересно. Я у него спросил, он даже не знает, что за марка этой машины. Но это получается, он говорит, вес ее 7000 паундов. Это вот головастик этот весь. Интересно. Интересная машина. Вот это вот все батареи. Один маленький двигатель только стоит. А впереди вообще там под капотом вообще ничего не видно. Вообще нету ничего под капотом. Вот. Пусто, все пусто. Thank you, sir. Thank you. Интересная машинка. Электрическая. Ну, я думаю, она не пойдет на дальняк. Где-то по месту, окей. А на дальняк она не пойдет. Так, ну что, я хотел здесь остановиться вообще. Свои дела поделать. Придется сейчас, наверное, отъехать. И запарковаться на парковке там. Интересно, интересно. А форма такая вот как старый спринтер или этот Volkswagen есть такой тоже Van. Европейская модификация. А это вот интересная машинка, конечно. Внутри салон, как у старого спринтера. Именно вот вся торпеда, я так заглянул чуть-чуть. Вся торпеда, это получается как формы такой, как старый Mercedes, это спринтер. Пойдем сходим по своим делам и потом уже дальше поедем, ребятки. А вы следите, будет интересно. Ну все, ребятки, мы приехали. Сейчас открываем двери, слайдуемся и идем спать. И до самого утра. А утром мы поменяем масло, сказали нам. У нас очередь пришла масло поменять на траке. Берем мы студента и едем обратно на Калифорнию. Вот такие вот дела, ребятки. Такой расклад. Так. Наш груз доехал, но чуть-чуть он пошел вперед. Потому что пару раз было такое, что я тормознул. И он пошел вперед. Там вот тут стоит трак. Вот видите, вот там его не видно. У меня такое ощущение, что он белый. Но это наша компания. Нашей компании логотип. Что новые траки пришли белые. Что-то они поменяли цвет. Все были у них синие, голубые, а тут поменяли. Сейчас пойдем посмотрим, какого цвета он. Или это мне так в темноте кажется. Я действительно белый трак. Смотрите, а. 568. Новый трак.
и причем белый. Интересно. Завтра спросим, что они цвета менять стали. Все говорили, один цвет только будет в компании. А мой все равно серенький красивее. Доброе утро, ребята, доброе утро. Я спать хочу, а вот он меня загоняет масло менять. Я хочу спать. Ох, сейчас, наверное, дальше пойду спать, и пусть он меняет масло. Ну вот зачем ты меня разбудил? Я спать хочу. Вот так вот. Сейчас заедем. Поменяем масло, а там уже посмотрим. Уже задрали моего трака. Сейчас пока никого нету, сейчас пройдемся понизу, что там у нас хорошего есть, прекрасного. Все четко, все хорошо. А это что у меня здесь? Спидсенсор открытый. Какой сейчас? Как открыт? Он полностью был, вот это вот кап снятый этот. А кто его снял? А, я не знаю, кто его снял. Может, какой-то крокодил там пока залетел был. Видишь, он тут. Все, спасибо за тормоза. Так, что-то у нас с колодками. А, видишь, почти не торможу, ну. Ну все, ребят, поменяли мне масло, поменяли мне фильтра. В запас дали один фильтр. Правда, этот фильтр надо поставить в спалку. И сейчас мы будем выезжать. Я сегодня буду выезжать со стажером. И поедем мы на Калифорнию. Андрюх, яму чтоб сделали. В следующий раз заезжать не буду, пока яму не сделаю. Все, понял. Вот так вот, а на улице-то уже у нас солнышко светит вовсю, тепленько на улице. Хорошо, прекрасно. Так, ну на спидометре у нас 160 тысяч 866 майлов. Вот так вот. Уже есть что-то на спидометре, циферки. Вот. Находимся мы уже в Иллинойсе, штат Иллинойс. Это только заехали в Иллинойс, 147-й экзит по 70-ке. Едем сейчас, мой напарник-стажер ушел себе еду покупать. Ну, а я решил сейчас все проверить и тоже пойти кофейку набрать. Он вроде бы как не против, чтоб его снимали, то тогда, наверное, мы и будем дальше снимать его. Ох, какой комбайн тут. Красавчик. На улице прекрасная погода. Тепленько. Летняя погодка. Как шумно тут. Не передать.
друзья, встречайте нового водителя. О, пожелай всем подписчикам удачи. Хорошего времени суток. Его зовут Петя, нашего нового драйвера. И он у нас поехал. Мы находимся в Миссури, штат Миссури. 44-й фривей. Так, вот это тебе будет брекотать от телефона. Смотрите, как едет, а? Улыбается, наслаждается жизнью. Конечно, не устал. Ну да. У нас уже вечер. Скоро солнце зайдет за горизонт. Всем доброе утро, ребята. И сегодня мы в прекрасном штате Оклахома. Город Оклахома. И Truckstop Pilot Планжей. Доехали мы вчера до Седова. Заехали мы ночью. И здесь просто было некуда даже запарковаться. И мы вот так вот еле-еле нашли одно место. Встали. Здесь забор загороженный, нельзя было парковаться. Мы вот так встали. Уехал трак. И мы сюда вот встали. А вчера что я не снимал, так что пока выехали, пока туда-сюда, потом ехали и приехали до сюда. Да, вчера не было времени поснимать, ну а сегодня вот решил вам рассказать, как все было. Вчера мы поменяли масло, приехал мой стажер-напарник, студент-драйвер, и... Пока рассказал ему, все показал, он вообще никогда не ездил на траках. То есть он ездил на в этом по локалу, там пару рейсов делал, а так он на дальняк никогда не ходил. Пока все рассказал, показал, пока оформили букварь ему. И поехали. Ехали мы, ехали, я первый поехал. И потом... Мы в Миссури поменялись, и он доехал уже, не смог дальше ехать, темно было. Захотел он спать, и мы дальше не поехали, легли вот это спать. Ну а время, как его уже еще не закончилось сна, а мое закончилось, то я решил вот сейчас сделать pre-trip inspection и выезжать. Где-то Петя пошел за сэндвичем себе позавтракать, ну а у меня как всегда все есть в машине, так что сейчас его ждем и вперед поедем. Дальше нам остается еще чуть больше полпути проехать, ну наверное уже сегодня к вечеру, то мы уже приедем на базу. Ух ты, опять оно открутился. Ну что ж такое, а? Что ж болт этот открутится? Уже второй раз. Сейчас надо его подтянуть. Сейчас мы это сделаем. Как говорят, зипперы спасут мир. Стяжки спасут мир. Раньше говорили, изолента спасет мир. А теперь уже зипперы. Затянул так. Посмотрим, доедем. А там уже болт поставим. Ну все, мой студент пришел, и поедем сейчас, ребятки. Ну а вы следите, будет интересно. Чего это у него передние колеса заклинило? Смотри, смотри, передние колеса не крутятся у него. И он протянул-то вон сколько, считай, где-то, сколько, 10 метров. Опять смотри, сейчас смотри. Смотри.
заклинили тормоза, наверное. Смотри, пошел. А, ему все равно. Давай, я поехал так. Да. Не повезло. Сейчас опять будет смотреть, что случилось. Назад давай. Смотри, назад точно так же. Все, полностью заклинили тормоза у него. Ну что, ребята, мы уже в Калифорнии. Я выспался. У меня студентик едет, всю ночь ехал, улыбается и говорит, у него шея болит уже, головой вертеть. Говорит, красиво. Но видишь, своего как бы рода красота. То есть, видишь, красота такая, поедешь на Северную Калифорнию, там еще красивее. В каждом штате есть своя красота. И нам остается всего лишь 80 миль до Вархауса. И я иду отдыхать, а Петя остается в траке жить 2 дня. Ну вот наш 15-й фривей. И нам осталось совсем чуть-чуть. Все, в этой полосе так и едем. Да, но ты здесь не поедешь столько. Подъем, затяжной подъем. Ну все, ребятки, еду я уже в своей машине, еду домой. Отцепились, я поставил. У меня, получается, Петя будет ждать меня в траке 2 дня, а я буду дома отдыхать 2 дня. Так сложились обстоятельства, что не смог поснимать ничего, как мы там отцеплялись, как что делали. Так сложились обстоятельства. Ну все, я еду домой, дома побуду, отдохну и уже опять в рейс. Так что, вот такие вот дела, ребятки. Проехали мы хорошо, нормально. Были, конечно, маленькие косячки, но все это поправимо. Так что все нормально. И теперь он возвращается обратно в Охайо и уже, наверное, поедет или в паре с кем-нибудь, или еще раз в тиме со мной поедет. Мы посмотрим, а там уже новоиспеченный трак-драйвер. Ну, а мы сейчас едем домой отдыхать. Всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, кто оставляет комментарии.
Всем спасибо. А мы увидимся в следующем видео. Всем пока.